Адвокат одного из водителей, попавших в аварию, спрашивает свидетеля. Кто из двух водителей, по-вашему, виноват в столкновении? Тот отвечает. Да никто! Машины врезались друг в друга практически одновременно. Кто вам сказал, орет шеф на секретаршу, что если я пару раз поцеловал вас и похлопал по заднице, это дает вам право манкировать служебными обязанностями и бить баклуши на работе? Секретарша отвечает, это мне сказал мой адвокат, сэр. Идут двое по кладбищу и читают надписи на могилах. Один читает, Джон Смит, адвокат и хороший человек. Второй говорит, ха-ха, вот это да, двух чуваков в одну могилу запихнули. Психиатр спрашивает пациента. Итак, из-за чего же у вас началась депрессия? Он говорит, моя бывшая жена познакомилась с моей нынешней женой. Сначала они немного поругались, но потом помирились и вдвоем избили мою будущую жену. Доктор, у меня борода не растет. Ну, конечно, вы же женщина. Что? Я еще и женщина! Психиатр пациенту мужчине. А это сознание собственной неполноценности пришло к вам внезапно или развивалось нормально в связи с женитьбой и отцовством? У психиатра. Доктор, помогите. Мне кажется, что я звонок. Вот вам таблетка, придете домой, выпейте, и если не поможет, позвоните. Врач пациенту. Ваши часы сочтены. Завтра идете на работу. Мужчина приходит к врачу и жалуется на жену. Вы знаете, доктор, моя супруга мне заявила, что для того, чтобы ее удовлетворить, нужны трое таких, как я, представляете? Он говорит, о, нет проблем, сейчас я вам выпишу направление. На повышение потенции? Ну да не что вы, миленький, на клонирование. Врач больному. Успокойтесь, ваша рана на голове была довольно тяжелой. Но главное, нам удалось избежать ампутации. Доктор, почему все считают, что я нимфоманка? Ну, сразу сказать очень трудно, надо сделать обследование. Вот, да. Только член мой отпустите, чтобы я карточку мог заполнить. Девушка. Доктор, почему у меня пизда воняет? А вы ее мыть-то пробовали? Да ты чё ж ее мыть-то вонючую? Доктор пациенту. Для вас две новости. Хорошая и плохая. Давайте хорошую. Скорее всего, болезнь назовут в вашу честь. Ну что, пациент, вы действительно страдаете нерешительностью? Доктор, и да, и нет. Приходит женщина к врачу. Доктор, все говорят мне, что я сумасшедшая, потому что я люблю блинчики. Ну и что? Я тоже люблю блинчики. Ой, доктор, приходите ко мне. У меня целый шкаф блинчиков. Приходит женщина к врачу, а врач спрашивает. Почему вас так долго не было? А, доктор, простите, я болела. Женщину осматривает врач. У вас очень неритмичный пульс.
Это ничего. Я ношу блузки с длинными рукавами. Никто этого и не заметит, доктор.